В Доме культуры «Одинск» поздравили семью Просоловых, которые сыграли свадьбу в Москве на международной выставке в форуме «Россия». Заявление на регистрацию брака во дворец бракосочетания ВДНХ Елена и Марк подали через единый портал государственных и муниципальных услуг. Свадьба состояла из двух обрядов – бурятского и русского. На торжестве были представлены культурные особенности двух народов. Церемонию чествования провела начальник отдела по Ангарскому городскому округу службы ЗАГС Иркутской области Елена Гордова. Со словами приветствия обратились к молодым людям руководитель ведомства Валерий Митусов и заместитель мэра Ангарского округа Андрей Сафронов. Творческие коллективы подготовили вокальные и хореографические номера, демонстрирующие культуру бурятского народа во всем его многообразии.